Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными художниками. Альфонс де Невиль, французский художник, баталист, иллюстратор романов Жюля Верна. Родился в богатой семье в 1836 году в Сен-Амере, в семье богатого землевладельца. В детстве его особенно поразил историко-портретист Франсуа-Эдуард Пико, учеником которого он в итоге и стал. Пико поддерживал контакты с парижскими салонами, знакомил своих учеников друг с другом. Так появился контакт с Эженом Делакруа, важным пионером импрессионизма, так написано в переводной Википедии. В 1856 году поступил в военно-морскую школу. Именно там он начал заниматься рисованием. Дебютировал в 1859-м картиной из крымской кампании «Батальон стрелков на батарее Жерве». Писал также картины на тему итальянской кампании, мексиканской экспедиции. Но не создал ничего выдающегося, за исключением рисунков от романа Жюля Верна «20 тысяч лие под водой». В 1870-м Невиль создал себе имя, принимая участие в войне, сначала подпоручиком в батальоне парижских мобилей, а после при штабе генерала Кайе, коменданта Бельвильского сектора. Невиль отлично изучил характер военных действий под Парижем, дал в своих произведениях разнообразную и яркую картину. Редко давал широкие картины боев, массовых сражений, движений, кроме большой панорамы сражения при Шампиньи. Большинство его произведений изображает отдельные эпизоды. Изображение отдельных воинов, групп выражается особенно ярко. От этой его картины не только не проигрывает, а наоборот выигрывает величие и драматизм, так написано в Википедии. Рисует упорную стойкость незаметных героев войны. Сцены разведок, разрушение телеграфа, пленные, раненые, дезертиры, шпионы, обыски, парламентеры, бесконечная галерея военных типов, офицеров, солдат и так далее. Все изображения полны движения, характерности, серьезного взгляда, никакой слащавости. Заслуга Невиля в батальной живописи велика. Вместе со своими сверстниками он окончательно порвал с парадным приукрашиванием действительности, с тем шаблоном условности, который присущ был старым баталистам, смотря суровой действительности прямо в глаза. Он выдвинул на первый план роль и судьбу каждой отдельной единицы того целого, что называется войском. Личной особенностью его дарования была та захватывающая сила трагизма, которая проникает сквозь лучшие его произведения. Кстати, он был членом почетного легиона. А в возрасте 48 лет, в 1885 году, он умер. Вот все, что мне удалось найти в переводной Википедии о Альфонсе де Невилле, французском художнике, баталисте, иллюстраторе романов Жюля Верна. Вот его работа. Пока-пока, до свидания.